кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. По небу клин устал, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый, быть может, это место. Станет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Как не Иосиф Кобзон мог лучше исполнить песню о войне и людской памяти. И Маша максимально постаралась быть на высоте. Сегодня любая ошибка может отразиться на выходе в полуфинал. Иосиф Кобзон с 7 лет был почему-то моим, ну не знаю почему, но моим самым любимым певцом на нашей эстраде. Я в 7 лет его увидела в городе Вышний Волочок, в гарнизоне далеком. Он приехал еще тогда петь туда с Кахно. И с тех пор мне казалось, что благодаря тому, что я его тогда узнала, он стал таким великим певцом. Ну, извините, это были такие ощущения детства. Машенька, спасибо тебе большое. Я очень волновалась за тебя сегодня. Больше всего именно за этот номер. Может быть, потому что он самая любимая песня, самый любимый фильм. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Спасибо всем. Иосиф Давыдович, скажите, пожалуйста, когда вам поступило вот такое предложение выступить в таком номере, в таком проекте под названием «Без страховки»? Какова была ваша первая реакция? Первая реакция – я счастлив, что молодые талантливые люди посвящают свое творчество памяти, великой памяти. И вот вам воплощение. Я поздравляю, Машенька. Вы знаете, я считаю, что этот проект, он намного интереснее, потому что он не только воспитывает мужество, но и высочайший патриотизм, без страховки, когда люди уходят вот на брусьях, на помост. И когда возглавляет это наш выдающийся тренер и человек, и гражданин, герой,
Ирина Винер. Я очень рад вас. Спасибо. Спасибо. Иосиф Кобзон. Народный артист СССР. Спасибо, Иосиф Давыдович. Спасибо. Спасибо вам огромное за то, что были с нами. Ваши аплодисменты. Тогда, господа члены жюри, пожалуйста, ваши оценки этому